Морковные капкейки с карамелью и пеканом получаются сочными, как будто слегка влажными и в то же время воздушными, а в сочетании с ананасами и нежным кремом из творожного сыра они просто прекрасны, а делаются очень просто. Смешаем 1 стакан муки, пол чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли и 1,5 чайной ложки корицы. Это обязательный ингредиент. Отдельно смешаем 2 яйца, 1 стакан сахара и 0,5 стакана растительного масла, без запаха и посторонних привкусов, что очень важно. Добавим мучную смесь и хорошо перемешаем. Добавим 1 стакан тертой моркови, можно на мелкой терке, и 1 стакан консервированных ананасов. Промокните их салфеткой. Если кусочки очень крупные, можно разрезать. Если вы не любите ананасы, просто положите еще 1 стакан моркови. Сок тертой моркови выжимать не нужно. По желанию можно добавить 0,5 стакана орехов. Раскладываем тесто по формочкам и отправляем в разогретую духовку 180 градусов 25-30 минут, в зависимости от вашей духовки. У меня эти капкейки выпекались 30 минут. Для крема смешаем 50 грамм мягкого сливочного масла, 1 чайную ложку ванильного сахара или экстракта и 0,5 стакана сахарной пудры. Я добавляю пудру постепенно, и вы также можете смотреть по своему вкусу, больше или меньше. И 1 упаковку сливочного творожного сыра, это где-то 140-150 грамм. Хорошо взбиваем миксером и убираем в холодильник, пока кексы остывают. Для карамели 12-15 ирисок и 1 столовую ложку молока растопим в микроволновке. Внимательно следите за временем, так как мощность разная. Я включала 2 раза на 20 секунд. Ириски должны стать мягкими. Карамель можно, конечно, приготовить самим, но так как ее надо совсем немного, я сделала такой вариант. Измельчим орехи. Я подсушила их в духовке на сухом противне примерно 8 минут при 180 градусах. Если передержать, будут горчить. Если нет пекана, можно смело заменить на грецкие орехи. Полностью остывшие кексы покрываем кремом. Вы можете сделать это красиво с помощью кондитерского мешочка, но тогда нужно будет в 2 раза больше крема. Я сделаю по-простому. Немного остывшую карамель перельем в пакетик для удобства. Польем сверху на крем и посыпем орехами. Как я уже сказала, вы можете смело использовать грецкие орехи.
но пекан имеет более мягкий сладковатый вкус и не горчит так, как грецкий. Сейчас его выращивают в Азии, поэтому найти его стало проще, и стоит он чуть ли не в два раза дешевле американского или австралийского. Если вы не съедите все капейки сразу, уберите в холодильник, крему там будет значительно лучше. Приятного аппетита!